закваска растет и опара не растет. Сразу хочу прояснить. Смотрите, есть такие понятия. Закваска, опара и стартер. Вы обязательно их встретите. Особенно, если придете учиться ко мне. Смотрите, опара, закваска и стартер – это, по сути, все закваска. Стартер – это та закваска, которую мы должны оставить на продолжение рода. Опара – это тоже закваска. Мы позаимствовали этот термин из дрожжевого хлебопечения, чтобы было понятно, что опара – это то, что отправляется у нас в хлеб. Но, по сути, это тоже все закваска. То есть три разных слова, они объединены в одно. Вот. Поэтому, если вы ставите опару, а рядом ставите закваску, и у вас закваска не растет, а точнее, опара, да, не растет, а закваска растет, нужно проверить ингредиенты, все ли вы сделали правильно, потому что ну, не может быть, чтобы из одной баночки здесь растет, а здесь не растет. То есть нужно разбираться именно в чем косяк, та ли мука и так далее. Значит, смотрите, что еще может быть. Закваска и опара растут, а тесто не растет. Самая первая причина. А что с закваской? Нужно проверить степень ее зрелости, насколько она сильная, насколько и активная. Для ржаной закваски мои рекомендации. Кормить 2 раза в сутки в пропорции 1:3:3. Я веду закваску на цельнозерновой шугурской муке. Вот. Если у вас закваска не созревает в таких пропорциях за там, 6 часов при температуре 26-28, это говорит о том, что закваска слабая, на ней не стоит печь, на ней не стоит печь хлеб, просто ну, растянется время. Также может быть причиной недозревшая опара. Просто недозрела, похолодало, там еще что-то, да. Может быть просто холодно. Тесту холодно, поэтому оно не растет. И последний пункт, он может показаться забавным, но тем не менее, неправильно взвешенные ингредиенты тоже могут привести к тому, что тесто неправильно растет, потому что закваски могли взвесить меньше, да, ингредиентов больше, просто ошиблись, пекли не одну булку, а больше. Ну, у меня на курсах я даю расклад на одну булочку, так же, как и на мастер-классах. И бывали косяки, когда клали закваски, например, да, на 3 порции, а муки и воды на 7 порций. Вот такое тоже бывало. Ну, соответственно, конечно, могут быть проблемы с брожением.